Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на дороге Керчь-Юркино. Посмотрим кусочек дороги, что здесь нового изменилось. Сейчас мы находимся с вами в районе села Глазовка и двигаемся в сторону Юркино. Ну вот здесь основной слой уже был уложен. Сколько мы здесь? Дня три, наверное, с вами не были. Видели, что вывозили всю технику асфальтоукладочную, видимо, куда-то на прорыв. Потому что в Керчи очень много дорог сейчас делается. Я еду, и все новые и новые адреса открываются. Ну, здесь вот по асфальтовой части пока без изменений. Никаких работ нет. Но зато меня интересует вот участок от Осовинах до Юркино. Там такой затяжной спуск к селу Юркино, и там дорога была очень-очень плохая. Выбирали корыто глубокое, сантиметров 70, может быть, где-то даже под метр. Вот мы с вами смотрели, и меня интересно, закончили там подготовку к укладке асфальта? В основном-то что в дороге самое трудное сделать? Подушку под укладку асфальта. А асфальт уже дело третье, техническое такое. При нынешней технике асфальтоукладчики только подвози асфальт и высыпай в бункер. Даже толщину все контролирует электроника. Так что там уже просто процесс интересен сам, как посмотреть. Ну и вот мы на этот участок заезжаем с вами. Проехали Осовино с правой стороны село. И вот здесь был вот этот, именно вот этот интервал. Ну, очень плохая дорога была, особенно на спуске, такими волнами. Так, как будто такое впечатление, что его разжижили, оно плыло и потом резко застыло. И вот такие волны сверху вниз там были. Ну и, соответственно, еще и ямы вдобавок наслаивались. Ну а сейчас посмотрите, мы с вами ездили, как я уже сказал, корыто, а сейчас щебнем засыпали все. Можно и без асфальта в принципе уже ехать. Вот достаточно хорошо машина ровненько идет. Видим мы, что два катка работает. Один проехали мы, и вот второй. Впереди море Азовское и Юркино. Так что еще там покатают сегодня ночью, и уже под асфальт все готово. Вот начинается само село. Здесь тоже расширили дорогу, кстати, где-то приблизительно на метр с каждой стороны. Ну, просто будет шикарная дорожка. Вначале от Жемушкая до Глазовки там уже третий слой асфальта лежит. Ну, не третий, финишный. Вообще там проехал с таким удовольствием. Ну, а здесь все готово к укладке асфальта. Посмотрели мы с вами, подушку сделали, видите, всю технику отсюда убрали уже, вот катки только работают, а так все здесь готово. Ну и ждем мы с вами, дорогие друзья, когда закончат где-то укладывать, и сюда, все сюда. А мы перескакиваем на другую улицу, улица Пушкаренко, как мы видим с вами. Здесь улица Пушкаренко плавно переходит в улицу Московскую. Вот мы по Московской проехали с вами, и это улица Пушкаренко. Положили здесь выравнивающий слой, основной слой, как я вижу, асфальта. И сейчас вот по краям дороги готовят под установку бордюрного камня. Тоже здесь асфальта дорога не видела со дня, наверное, основания этой дороги. Ну его, а вот здесь вот, кстати, пляж Молодежный впереди, вот забор, и здесь просто были сломаны два пролета. Сейчас поставили красивые ворота здесь, вот еще облагородят. Я думаю, что к сезону вот эту дорогу, наверное, закроют, потому что машин здесь, вот это все заставлено, когда сезон идет. Ну и здесь пляжик такой, пляж Молодежный. Раскопки здесь исторические каждый год проходят. Вот археологи здесь приезжают летом и ковыряются. Ну а это вот морж. На улице, кстати, плюс 10. Как он туда залез, я не представляю. Мне в куртке-то холодно, а он вон, видите,
Ну, таких вот есть люди, вот такие отважные, гляньте, и поплыл. А вот здесь идиллия, посмотрите. Это вот еще гусята, лебедята, как правильно назвать. И вот папа, мама, и вот 2, 4, 5 ихних деток. Вот такая семья, смотрите. Ну и знакомые нам уже гидровороны сушат свои перья. Крылья расщеперили и сидят. Вот посмотрите, сколько их на этих скалах. Беседка. Ну и пляж молодежный, как я уже говорил. Предприниматель здесь какой-то немножко более-менее навел порядок. Ну а сейчас, конечно, не сезон. Вот сколько водорослей уже выбросило на берег. А так летом здесь народу полным-полно. И так вот видно хорошо большую Митридатскую лестницу с этого ракурса. Давно я уже здесь не был, но вот посмотрите. Мост великолепно видел. Когда, кстати, Крымский мост строили, вот отсюда тоже иногда я снимал, смотрел, как проходили надвижки автомобильной части, железнодорожной части моста. Ну а сейчас вот, конечно, уже не сезон, ноябрь месяц, вот в таком состоянии, ну, не самый лучший, конечно, пляж. Ну, что есть. Я думаю, что со временем все это благоустроится, тем более радует, что взялись за город-герой. Ну вот еще дальше уходит семья лебединая в количестве 7 человек. Скала наша Бегемотик. Густо заселено бакланами. Вон сидят себе. Вот такая здесь красота. Море спокойное, людей мало. Ну вот, собственно говоря, что я здесь. Улица Московская и улица Пушкаренко. Она вот с Московской плавно переходит в Пушкаренко. И вот археологический комплекс «Древний городок Мирмекей». Вот здесь идут раскопки, уже давно идут. Вот они уже, видите, травкой поросло все зелененькое. Вот что значит влага и не сильно жарко. Вот 10-12 градусов, и трава прет во все стороны. Ну и, конечно, везде, со всех ракурсов, практически со всех, виден Крымский мост. Вот уже еще одна достопримечательность Керчи, помимо Митридатской лестницы, да и много здесь. Ну а это вот древние развалины туалета. Бедные чайки увидели, орать начали. Вот Валера сидит. О. Вот еще много Валер. Ну и мы выезжаем с вами с территории молодежного пляжа. Вот видите, забор здесь, красивый ворот поставили. Вот направо это улица Пушкаренко, уже отличный асфальт. А вот налево мы сейчас поедем, это улица Московская. Ее, к сожалению, в проекте на капитальный ремонт нет. А дорога здесь тоже разбитая, похлеще, чем была на Пушкаренко. Вот посмотрите. Но в проекте нет, хоть улица и называется Московская. Москва много помогает Крыму сейчас в восстановлении инфраструктуры. Впору хоть Сергею Семеновичу Челобитную писать, чтобы сделал улицу Московскую в Керчи. Вот, посмотрите. Она небольшая, может быть, метров 400, 300-400 длиной. Здесь находится пансионат с левой стороны. Крым, Москва называется. И такие вот домики, видите, какие красивые. Здесь очень летом, кстати, очень много туристов на этой улице снимает жилье. Ну и выезжаем мы на улице Керчи. Здесь асфальт шикарный уже, посмотрите. Так что
улицы асфальт укладывается. Ну, на этом все, дорогие друзья. Вот такие великолепные виды в начале ролика и в конце. Не забывайте подписываться на канал. Всего вам хорошего и до свидания.